Открыл сезон 2020. Итак, ребят, всем привет! Этим видеосюжетом мы начинаем открытие сезона. Конечно, за спиной вы видите, у нас снег, но все же приехали отдохнуть. Сегодня копаем в пятером. Состав Серега, Рустик, Евгений и Виталий. В общем, посмотрим, что у нас выйдет. Но сегодня немножко будет как бы открытие. Немножко употребим горячительных напитков, хорошо закусим. И, конечно же, будем обмывать звездочки. Крупные звездочки. Один товарищ у нас пошел на повышение. Вот, хочу сказать, здесь вот проходит речка. За спиной у нас поля распаханы. Приехали на двух Нивах, дабы, как вы видели, очень плохая здесь дорога. Так что сейчас немножко и вас познакомлю поближе. Кое-кто у нас не будет фигурировать. Вот, так что, вот. Это у нас Евгений. Евгений, представься, когда занимаешься, чем будешь копать? Буду копать АТ-МАКС. АТ-МАКС, это у него новинка. Следующий у нас новый тоже комрад. Представляйся. Виталий. Виталий, чем копать будешь? Ой, как китайцем. Китайцем, да. Будет китайцем, посмотрим. Китаец. АТ-МАКС, китаец. Следующий у нас Рустик. К сожалению, он у нас в лицо не будет свое показывать. Лицо у нас очень страшное, грозное, так что он боится, что вы испугаетесь. Рустик, чем? Не публично. Чем будешь копать? Фишер. Фишер. Вот. И, конечно же, Серега. У него прибор самый-самый-самый-самый навороченный среди нас. Какой прибор у тебя, рассказывай? Недоделанный Етран, да? Вот. Ну и я, Эксплойер. Ну и я буду своим турком копать. Это Nocta Impact. Он у меня по полям только работает. Шурфить мы сегодня не будем, потому что, ну, поживем увидим. Сейчас посмотрим. У кого как пойдет, да? Ну, искать я буду вот им, а копать все-таки буду лопатой, да? Вот. Ну и, конечно же, мамина настойка. Сергей нам предоставляет вот такой вот флакончик. Сереж, это один флакончик, да, Сереж? Да. Так, ребят, у вас тоже флакончики есть, оказывается, да? В общем, я не знаю, надолго мы здесь нет, но, по крайней мере... Завечерим. Завечерим. Так что, ладно, включусь чуть позже, может быть, при первых находках или при каких-нибудь интересных видеосюжетах. А, они будут. А, да, мы же звезды сейчас отмечать будем еще. Так что сейчас включусь. Итак, ребята, приборы готовы. Стоят наши красавцы. Серега тоже готов сультовать. Так как у нас Рустик сегодня проставляется вот за такие вот красивые большие звезды. Рустик, а там где есть? Ну-ка, бульк. Ну, как говорится, по случаю... Товарищи офицеры, разрешите представиться. По случаю с внеочередным воинским званием майор, не буду обозначать, кто. Ребята, ура! 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 Красава! Красава! Вот она, звезда! И на погон! Как ты... Да, вот так на погон же его. Рука огромная. Ну, ладно, Серега. Салютуй, салютуй. Вот это я не привык к этому, не привык. Красавчик, красавчик. Классно, классно. Вот так отмычает звезды. Для Дмитрия Юданова, для Кузнецова, для всех ребят. Классно. Ну все, ребята, а мы сейчас вне эфира тоже по глоточку и поля. Походим по полям, поузнаем, что у нас здесь может еще найтись. Пожелайте удачи нам. Ну что, господа комрады, я открыл счет. Вон копает у нас Александр. Нивы наши стоят. Рустам вообще куда-то. А вон он на поле, по-моему. Были. А у меня, по-моему, советская копеечка. Да. Да еще, наверное. И 78-го года. Да. По-моему, 78-го. Ну, потом посмотрим на обзоре. Господа, еще один сигнал. Что-то там такое расклеенное. Будем посмотреть.
Это какая-то украшалка, наверное, была на металлической основе. Две накладочки какие-то из цветнины. Фольга какая-то. Непонятно. Будем не посмотреть, будем выбрасывать. Ну что, ребята, ходим, пока ничего не находим. Но Серега, вон там он сейчас снимает, у него какая-то находка, и я думаю, что-то интересное. Так что, ребята, ждем, что же он там интересно нашел. Сергей, что там нашел, Сергей? Что, ребята, наконец-то хоть ранний совет попался. Да? Смотрим. С 37-й. 30, по-моему, 7-й. Да, 2 копейки, 37-й. Сергей, а что там нашел, Сергей? 37-й? Блин, жалко, не 27-й. Ну, красава. Сохран какой? Сохран бомба. Бомба? Да. Зачет. Санек тоже что-то откопал. Могу сказать, что здесь все монеты, ранние советы, которые я здесь поднимал, они все были именно такого сохрана. Отличные вообще просто монеты. Да вообще ни ржавчинки, ни коррозии. Да вообще красота. Просто. Ну, если брать пятачки, тачки, которые я здесь находил, они все из ранних советов плющенные. Видимо, хотели кольца делать, либо мятые. Вот. А вот такие монетки, они шикарные просто были. Их здесь было немало, на самом деле немало. Я думаю, здесь еще немало их есть. Просто надо искать. Ну что, ищем 27-й? Да, 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 да. Ну а у меня пока пусто. Один комрад ушел в ту степь пробивать, другой пошел вон в ту. Там как бы низина, овраги, там Рустик что-то ходит, не знаю, давненько он не появлялся. Вот, у Евгения, который сюда нас прислал, позвал, у него несколько находок, у него две десятки, вот, одна из них маниста. Маниста — это очень хорошо, это значит чуваши, мордва, возможно, здесь чего-то интересное все-таки есть. Есть. Надо искать. И мы ищем. Я свою лопату всего воткнул два раза. Она, видите, чистая, абсолютно чистая. Даже ржавчина еще до сих пор осталась. Я воткнул два раза. И в той вот области выкопал круглую каванину. Здесь я выкопал, вот здесь вот где-то чермет. И все. То есть всего два раза. Ну, не знаю. Поживем, увидим. Компания хорошая, самое главное – отдых. Так что продолжаем свой видеосюжет. Надеюсь, меня не осудите. Так что копаем. Вот так. Хороший такой. На этом приборе. Кстати, низковат, но ближе к фольге. Но по факту это вот такая вот монетка. Кто лежит? Семенки. 15 копеек. Рамочник. Рамочник, 36-й год. Ну и сохран как бомба вообще. Здесь вообще весь такой сохран. Ничего кисленного. Советы все такие здесь в идеале вообще. Вот. Ну, царей, к сожалению, мало. Ну, ищем царей. Да. Ну, поздравления. Спасибо. Как у нас сигнальчик? Ну что, дамы и господа, долбим лед. Сигнал хороший, копать надо. Может быть, конечно, и не монета, но... Ну, а ТПО будет. Пропускать... Великоват сигнал. Пропускать нельзя. Видимо, что мы храним. Да, что ты копай? Большой.
конца еще. Здесь, кстати, еще и кусочки серебряных цепочек поднимал. Пробуем. Так, сигнал тут. Но оно не меняет. А? Хороший, да? Не, поменялся здесь с краю. Может, просто два сигнала быть. Ну, а мы, да, его... советики часто кучкой просыпали. Да, согласен. Да, рубль по-любому его. Я тут не копал рубль. Как вообще звучит? Совет. Звучит офигенно. А, у меня есть советский рубеж. Ладно, попробуем. Какой у него сигнал идет. Да. Пока еще жестковато дает. Больно врубаться. За этим сигнал. Ну. Так, кажется, сейчас это чурдяк. Металл уводит. А, ну вот он. Да это Катин пятак. Ага, конечно. Это у нас, наверное, это вазелин. Это баночка. Это вазелин, да, Аврора или еще какой-то. Но прибор не обманул, круглый. Металлический, да? А может там три монеты? А может быть, да. Кто-то вазелинчик их запрятал. Ладно, оставим на потом. Ну, если в железе монета, все равно бы звучало это. Да. Железо. Да не. Ну, ничего, так тоже бывает. Есть такие вещи. Еще... Находи. Просто забос прошлого года. Вон они все пошли на дальний кордон. Камрады у нас. Да, ребят, ну уже пошло развлечение полное. У нас только копает один человек, это Евгений. Ой, сори за мат. Но Рустик, да хорош ты чё, бля. Короче, это, он решил избавиться от моих перепонок. Копаем. Ну, из находок только советики, больше ничего нет. Ну и, конечно же, отмечаем сезончик. Колбаска, шашлычок. Мамина настойка. В общем, классно. Сережа вообще красавчик. Салют привез. Все сезон отметили. А, переезжать, ребят, никуда не будем, потому что, как бы, мы, ребята, выпили немножко. И так что сезон открываем шикарно. С салютом. Вот на таких красивых просторах. Самара копать еще рановато, я вам хочу сказать. Южные склоны даже немного протаяли. Это южный склон, ребята. А это уже северный, так что копать еще рановато, через неделю, так что можно. Самара, через неделю копать можно. Сегодня нельзя. Вот, по проталинам ходим, кое-какие сигналы копаем, несколько советов, вы все видели. Но это неинтересно, советы это банально. Нам хочется цари, чем-нибудь такое древненькое. Мой прибор, Nocta Impact. К сожалению, пока ничего не выцепил. Пока пусто. Все по чесноку. Я пока голиком. Евгений несколько монет, Серега несколько монет, а остальные пацаны тоже пустые. Так что ладно. Достал. Достал. Да ну, я не хочу уже этой херней заниматься. У меня уже уши перепонки, блядь. Жень. Открывай свой сезон. Рустик открывал, я Серега открывал. Никогда не стрелял? Ты что, не служил, что ли? Нет. Да ладно. Я слепой, минус 6, спавильный. Да, видите, в очках, слепой. Поэтому, ну, как бы, мог бы служить. Ну ладно, я пошел в постреляю из калаша, как и это правильно. В плечо. Так, вот здесь вот, вот это вот. Вот так. Сюда? Руку держи вот сюда. Ага. Вот. И либо. Там уже готово. Вообще вот оно, да? Да. Вот. Женя стреляет впервые.
Ой-ой-ой-ой-ой, красава. Все, тебе один зарядили. Да, тебе дали один патрончик. Не копаем, но хоть постреляем. Ладно. Итак, ребят, я свой Nocta Impact забраковал. Батарейки оттуда вытащил. И зарядил. Зарядил Аську. И вы знаете, первый сигнал, который я выкопал, около машины. И это у нас кольцо. Вот такое вот кольцо. И что можно сказать по данному случаю? Ёшкин кот. Аська 250 рулит. Я вообще в шоке. Вообще в шоке. Первый сигнал около машины. И это кольцо. Гард. Молодец. Итак, ребята, ну что я вам хочу сказать. Гард именно в таких условиях зарекомендовал себя очень хорошо. Вон стоит Евгений. Ай. Он поднял несколько монет советских, и у него АТ-ПРО, это гардовская. И вот по этим местам, где проходили и Фишер, и турецкий мой прибор. И вот смотрите, смотрите, смотрите. Вот она, первая находка советская. Это 2 копейки. 36-й год. Это первая моя находка, ребята. Аська 250. Вот так. Сохран будет просто огонь. Принимаю поздравления. Первая находка этого года. Советик. Ну, мы и ехали за советиками. Так что классно, классно, классно. Зачет. Первая монета. Так, у нас сигнал. ТПО. В принципе, достаточно четкий. Это обычно 10 копеек. 37-й, 36-й. Ищем. Пином его быстро найдем лучше. Вот здесь краешку. Вот она. Вот она. А двадцатник. Двадцатник. Поздний, да? Да, по-моему. 84-й. 84-й год. Ну, факт есть. Герб СССР. Находка. Берем. Берем. Поздравьте нас. Это вон алкоголики, бля. Ищет, наверное, не так. Ну, я не знаю, у меня уже сколько. Просто 5, надо 5 искать, монет. А не стоять около машины. 5 да? монет, в принципе. Немного, да. Но я не говорю, что я здесь не ходил в прошлом году. Ну, они есть. Ходил. Монет есть. Всем удачи. Ну что, ребят, подошел к машинам. Здесь капок, здесь капок. В общем, кругом капки, вон капок, вон капок. И Аська уловила еще один сигнал. И это очередная двушка. 37-го года. Вторая подряд 37-го. Офигеть. Сохран просто бомба. Просто огонь. Аська. Гаррет. Просто с такой вот маленькой катушкой делает все элитные приборы, которые у нас сегодня есть. Охренеть. Я вообще в шоке. Вообще в шоке. Около машин стою, ребята. Здесь первый сигнал. Затем вон там первый сигнал. Здесь вот третий сигнал. И все зачетные. Никаких фальшивых сигналов я не копал. Офигеть, я просто в восторге. Охренеть, просто в восторге. Ладно, идем дальше. Ну что, ребят, Серега зовет меня к себе. Хоть я ему и камеру предоставил. Именно ту, которую я приобрел с вашей помощью. Это Sony X300 3000, ну, то, да? Хоть что-нибудь снимешь, Саня. Вот около этого ключа, между прочим. Мы здесь же ходили. Около этого ключа. Где? Где, Серый? Здесь, что ли?
Да? Ух, как красиво лежит. Это, наверное, трешечка. Смотрите, как красиво. Ай-яй-яй, как красиво. Давай. Отвали со своими грязными руками. Ах, яй-яй-яй, как красиво. Ай. Сохранчик старый, старый образец. 28-й год. Ах! 20. Ах! Ах, красава! Жалко, не 27-й. Ай-яй-яй, красавчик. Я сегодня первый раз измазал руки, ребята. Измазал руки. Держи, патина. Хороший. Хороший. Красавчик. Китайский прибор пока по нулям. Вон там он ходит у нас, комрад. Китайский пока по нулям. Рулит пока АТ Макс. А мы так рядышком ходим. Подкладывают, да? Понятно. Ладно, идем дальше. Так, онлайн сигнал. 62, 67. 20 должен быть. Блин, кстати, здесь что-то было тяжело. Ожили. Вода еще была. Сапоги подрянил лопатой. Ну, кстати, вода добавляет проводимость уже, насколько я знаю. Да. То есть сигналы глубже берутся и четче. Очень хороший такой сигнал, прям вообще. Смотри. Ну, это столько было. Ну, она должна быть, да. По-любому монета. А, вот она лежит. Вот она. А, да нет, это трешка. Да, наверное. Да подзабыл, уж давно их не копал. Слепочек какой. А. По ранние советы. Ну. 3 копеечки. 31-й. 31-й год. Ну, сохран тоже обонь. Ну, здесь все такие. Да, земля не удобрялась. Ставим лайки. Ну что, ребят, подошло время с вами попрощаться. Сейчас коротко вам покажу обзор того, чего мы нашли. Место, конечно, интересное тем, что именно находки были вот на этой вот площади. И все, больше находок не было. До этого, конечно, Евгений ходил вроде как похожие на фундаментные дома. Фундаментные ямы были. Вот, и что-то он там находил. И колечки серебряные, и колечки медные из монет. Вот, но в целом мы пробежались. Конечно, лежит снег, сугробы в некоторых местах и гололед. Не все растаяло. Но все же, южные склоны копать можно. Самара, южные склоны копать можно. Можете отправляться и сбивать с себя ломку. Ну, походили мы немножко, открыли сезон. Я считаю, что сезон все-таки открытый. Отметили, с комрадами встретились, салют популяли вверх. В общем, классно получилось. А сейчас коротко о находках, что у нас получилось. Ну, а заранее, всем пока. До новых встреч. Ребята, всем пока. Пока-пока. Надеюсь, интересные следующие выходы у нас обязательно состоятся. Удачи. По находкам, ребят, у нас получилось не густо, но и не пусто. Все монеты советские. Самое, что древнее, это получается у нас 26-й. Да, 26-й год, самая древняя монета. Это у Сереги трешка 28-го. Все монеты бодрого сохрана. Нету на них эрозины. Ничего зеленого нету. Монетки хорошие. Это у нас монетки Евгения, который сюда нас привез. Самый последний год. 84-й год. 20-ка. 31-й трешка. 15-ка 36-го. И червонец 36-го. И вот такая зачетная маниста. Не знаю, чего манист такая вот интересная. Период, наверное, с 31 по 34 год. Это у нас щитовичок. По размеру 10 копеек. Да, это 10 копеек.
32-й, да? Да, 32-й. Обидно было бы, если бы 34-й был. Ладно, как-то вот так вот открыли мы сезон. Вот. Не все с находками, но все же достаточно неплохо. Так что на этом и все. Ну все, Александр решил выпустить пар. Сейчас гильзы у нас полетят, ты в ту сторону стреляешь. Ребят, сезон открыт, монет ни хрена нету. Так что сезон открыт все равно. И в честь сезона небольшую пальбу. А что за беда? А досылать кто будет? Ребят, не служил уже 8 лет. Так что я думаю, Серега все передернул. Открыл сезон 2020. Виталий тоже открывает сезон. Не открыл. Придем не зашло. Слава, слава, слава.